На большой сцене театра «Наш дом» премьера «Русалочки» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Артисты готовились к этому представлению более 2 месяцев. А в целом, учитывая подбор костюмов, декорации, разработку концепции сценического движения, подготовка спектакля длилась почти 1.5 года. Театр – это диалог. В любом случае мы ждем отклик от зрителей, да, и сами ведем этот диалог с автором этого произведения, потому что нам важно понять, что там заложено. Этот диалог со зрителями, основная часть которых дети, ведь «Русалочка» — это все же сказка, проходит уникальным способом, через совмещение 2 школ — драматического и пластического театра. Это когда актеры говорят со зрителями не только через эмоции, но и через движение. Говорят о любви, морали и жертвенности. Жаль, что я не могу. Если бы ты знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле тебя. В Большом зале театра «Наш дом» на 266 мест аншлаг. Премьера – это всегда испытание для актеров, постановщиков и всех работников сцены. Как театр прошел это профессиональное испытание, решает, конечно, зритель. Мне до безумия понравилось, потому что вот как поставлен свет, как вообще, ну, сама мизасцена, сама вот постановка, хореография, актерская игра, прям это вау, это прям очень круто. Мне очень понравился спектакль, потому что там была очень красивая мимика, актеры и вообще режиссер очень хорошо описал их чувства. Показ спектакля стал возможным благодаря проекту партии «Единая Россия. Культура малой родины». Именно в его рамках финансируются подобные яркие представления. Впереди у театра, как отмечает его художественный руководитель, множество творческих планов. Мы стараемся разнообразный репертуар поддерживать, и серьезные разговоры, и какую-то комедию, где-то посмеяться, отдохнуть душой. Так что вот где-то в октябре будет премьера, вот тоже, это тоже по федеральной программе все. Репертуар театра «Наш дом» постоянно пополняется все новыми оригинальными постановками. Причем помимо спектаклей классической школы, режиссеры и артисты не боятся экспериментировать. Как и в случае с, казалось бы, уже хорошо изученной драматургами сказкой Ганса Христиана Андерсена. Показ «Русалочки» в репертуаре «Нашего дома» может посмотреть любой желающий по субботам и воскресеньям. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.